У поселка Павлополь, это в районе Широкино, погибли украинские военнослужащие. Об этом сообщают местные СМИ, подчеркивая, что бойцы были убиты во время боя с диверсантами Донецкой республики. Однако стало известно, что военных на самом деле убили грузинские наемники, которые служат в полку Азов. Об этом сообщил источник военной разведки ДНР. Иностранцы открыли огонь по военным, по ошибке. В результате погибли 3 человека. Эти данные подтверждают и фрагмент радиоперехвата, который оказался в распоряжении нашей редакции. В эфире боевики Азова говорят по-грузински, используют позывные. Слышны и звуки боя. Эркут, гавике, мивик,